Сотрудники Кремлевской библиотеки присоединились к всероссийской акции «Русские рифмы». Они читали стихи и записали ролики, которые попадут в сеть с одноименным хэштегом. Анна Вихрова расскажет подробности. Помните, как вы учили стихи в школе? Как говорится, выучил, получил оценку и забыл. Другое дело, когда к поэзии возвращается взрослый, опытный человек. Тогда она начинает выполнять свою главную функцию – будить воображение и будоражить чувства. Я могу судить только сама, как читатель, и могу сказать, что те стихотворения, те произведения, которые я читала в школе и через несколько лет перечитывала, это совершенно разные произведения и разное восприятие. Да, это разные произведения, каждый раз заново. Стихи о родине – материя особо тонкая. Чтобы их прочувствовать, надо повзрослеть. По крайней мере, так считают участники акции «Русские рифмы», которые присоединились к всероссийскому флешмобу ко Дню России. О, Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку. Люблю до радости и боли твою озерную тоску. Молодые специалисты Кремлевской библиотеки записали на камеру свое прочтение классиков. Ольга Федина сделала свой выбор в пользу стихотворения Александра Блока «Скифы». Оно такое же непростое, как и история России. Оно интересно, как интересна история России, как интересна ее судьба со всеми своими перипетиями, не всегда простыми, не всегда положительными моментами, но, тем не менее, история, как она есть, достойно того, чтобы ее помнили. Все желающие еще успевают присоединиться к акции, записать любимые стихи о родине и выложить их в социальные сети с хэштегом «Русские рифмы». Анна Вихрова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.